Подвели итоги. Результаты работы председателя областного совета оценивали не политологи и депутаты, а сам глава региональной рады Михаил Шмышкович. Собственную деятельность не критиковал, а говорил по факту. Так, за 100 дней облсовет принял 105 решений и утвердил областной бюджет. Пока большинство планов находится в стадии разработки. По словам Шмышковича, для решения многих проблем просто не хватает времени. Разорваться тяжело. То есть или надо заниматься и районами, и посещать их, и вести общение там, или надо все-таки сосредотачиваться на работе в городе Одессе, ну фактически я имею в виду, заниматься фундаментальными вопросами. В связи с этим на будущей сессии планируют провести выборы первого зампреда. Кроме того, председатель облсовета заявил, что Одесса за счет городского бюджета не сможет самостоятельно восстановить ряд культурных объектов. Поэтому все расходы будут минимизированы. Если у нас появятся дополнительные средства, а мы будем над этим работать в областном бюджете, то приоритет будет по тем объектам, где будет софинансирование. Это будет логично, поскольку мы сможем тогда объяснить депутатам, почему этот объект, а не другой.